Народы как одна семья, хотя язык их разный. Все дочери и сыновья своей страны прекрасной. Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите «Город женщин». И вы наверняка замечали, что в какой бы стране ни встретились дети, какой бы национальности они ни были, на каком бы языке ни говорили, они обязательно найдут общий язык и начнутся общие игры. И в канун Дня народного единства мы решили посвятить наш эфир дружбе народов. Всем доброго дня, и мы начинаем! Погружаясь в любую национальную культуру, мы становимся духовно богаче, наш мир шире и интереснее. Ведь не зря говорят, начав однажды путешествовать, ты никогда уже не будешь прежним. И в эти дни в Якутске проходит форум «Единение народов. Путь к развитию России», где собрались общественные организации и эксперты из разных субъектов нашей большой страны. В нашу студию пришли гости. Добро пожаловать, гости из Бурятии. Это Дара Аберова, руководитель молодежного проекта Офиса Российской ассоциации международного сотрудничества, эксперт в сфере международных отношений. Здравствуйте, Дара. И Анна Викторовна Вахрунова, руководитель стратегического проекта «Время быть», эксперт в сфере раскрытия ресурсного потенциала человека. Здравствуйте, дорогие гости. Да. Добро пожаловать к нам в Якутию. Спасибо. Как вас встретила наша Северная Республика? Чудесно, очень тепло, радушно, прекрасные люди, несмотря на то, что не лето уже, не осень, а уже такая настоящая зима. Это еще не настоящая зима. Это еще не настоящая зима, но по московским меркам практически зима. На самом деле очень тепло, теплая атмосфера. Спасибо, да. Так, дорогие телезрители, я хочу вам раскрыть небольшой секрет. У нас в гостях мама с дочкой. Очень похожи, прям красавицы. Спасибо, да. Дара, расскажите, как это, каково это работать с мамой и оказаться на одной площадке? Ответственно наверняка, да? Конечно, это большая ответственность, но и большая гордость, потому что всегда, когда я раньше была маленькой, смотрела на маму, для меня мама – это пример для подражания, действительно. И, конечно, сейчас, так скажем, это, конечно, и ответственность большая, но и большая, так скажем, гордость, да, все-таки. Здорово. Ну, давайте вернемся к форуму, да? Да, конечно. Ага. «Единение народов. Путь к процветанию России». Прям такое символическое, сильное название. Что будет, давайте немножко, вы на каких площадках будете выступать, о чем будете говорить? Ну, во-первых, я хочу поздравить и народ Якутии, и город Якутск с этой такой знаменательной датой. Это 25 лет Ассамблеи народов Саха-Якутии. Это одна из первых объединений народов в стране. И вот эта цифра в 25 лет, она, конечно же, говорит о том, что эта дружба настоящая, не кажущаяся, да? И судя по тому, какие события проводит Дом дружбы имени Кулаковского, к слову сказать, и их надо поздравить с 40-летием творческого сезона. Это тоже очень серьезная, большая дата и большой такой славный путь хороших, серьезных дел по объединению и укреплению связи между народами и населением в республике, и не только, и за рубежом, и в стране в нашей, и в других регионах. И на площадке этого форума мы проведем молодежную проектную сессию. Она будет называться «Голос моего народа. Сила, сознание, единство». В задачу нашего события в первую очередь входит дать посыл молодым людям. Мы пригласили на это мероприятие представителей молодежных организаций республики. Приезжают эксперты из Камчатки, приезжают наши друзья из Казахстана, приезжают депутаты молодые депутаты, члены молодежных парламентов из других регионов. И одна из задач ключевых – дать посыл молодым людям к осознаванию себя не просто жителями этой республики, не просто жителями нашей страны, не просто жителями вообще вот мира, да, а субъектами активного осознанного действия, чтобы человек начинал эмоционально созревать и осознавал
свою ответственность за жизнь своего сообщества, своего села, своего района, своей республики, своей страны и так далее. А по большому счету задача текущего момента – это колоссальная осознанность и ответственность за все, что происходит в нашем мире на сегодняшний день. И от каждого зависит. То есть каждый должен быть ответственен? Да, слово «должен» я бы не употребляла, потому что долженствование, оно уже напрягает, да? Ага. Но может. Может. Может быть. Каждый может. И эта задача... То есть каждый из нас должен прийти к пониманию того, что от каждого зависит, да? Но на самом деле ведь это так, да? Ага. На самом деле это так, потому что, ну, например, там, я не знаю, человек пробуждается с утра в не самом радостном настроении. Ну, так случилось, да? Что-то в его жизни не ладится. Можно эту тему развивать, идти и искажать дальше, да? То есть напрягать семью свою, напрягать окружение, да? Но это, в это же самое время человек осознанный вдруг обратит внимание на свое состояние и вдруг начнет размышлять, что привело его в эту ситуацию, что он может сделать, чтобы эта ситуация решилась лучшим образом. Немножко психолог, да? Я не немножко психолог, у меня есть психологическое образование, 5-е по счету. Ага. Ну, наверное, я бы сказала, я себя определяю как людовед, наверное. Про истинную природу человеческого, что мы как люди можем в один момент быть маленькими, никчемными, слабыми, искаженными. Дара, вы вот человек мира. Мы знаем, что вы учились в Китае, жили в Москве, еще в разных городах, да? Сейчас вы где? Сейчас я вернулась на свою родину, город Улан-Удэ, Бурятию. И я очень рада этому, потому что родина есть родина, то есть это то место, которое дает нам силу. И как раз-таки, возвращаясь к своему проекту, хотела бы сказать, что одна из главных таких проблем, так скажем, наверное, многих регионов России, это именно утечка молодых специалистов из регионов. Поэтому одна из задач наших там, первоочередных, это именно информировать людей, да, молодых, как-то рассказать, поделиться опытом, что уезжая за границу, там, не знаю, учась где-то в других больших городах, получая опыт, все-таки, чтобы люди возвращались домой и помогали своей родине развиваться и процветать. То есть все равно возвращаться к истокам, да? То есть вы... Да, я думаю, что, ну, потому что если все будут уезжать куда-то, и тогда кто останется на родной земле, и кто будет, скажем, развивать ее? А вот география этого форума, она насколько широка? Откуда приедут? Из каких регионов? Казахстан, Камчатка. Камчатка, Хабаровск, Алтай, Татарстан, Москва. А вот вы представители тоже такого, ну, бурятской национальности, да? Вот что бы вы посоветовали, да, чтобы вот сохранить национальный колорит в условиях вот современности? Что нужно сделать, особенно когда вот мы все ездим, да, смотрим телевизор, интернет, да, и дети у нас растут вот вместе с Ютубом, когда все это видят, вот как сохранить вот язык, национальные свои обычаи, культуру? В первую очередь, я полагаю, нужно сохранить живой межпоколенный диалог. И здесь это зона ответственности и старшего поколения, да, общаться, разговаривать, в том числе проводить подобного рода события, где молодые люди, придя и, в общем-то, еще, может быть, и не понимая всего контекста, да, вдруг начинают осознавать себя частью большой культурной человеческой истории, да, частью своего народа, видеть пример. Самое главное, ведь на самом деле можно сколько угодно говорить и рассказывать, да? Но задача, я полагаю, быть примером. Потому что на примере быстро очень учатся, все учатся, да? И одна из задач, чтобы и молодые люди, те, кто готовы, становились примером для своих же ровесников. Ага, то есть для своих друзей, да? Это не обязательно, чтобы родители, ребенок, да? Но и... Нет, конечно же. В первую очередь... Задача человеку внутренне повзрослеть, эмоционально вырасти. Такой человек естественным образом начинает являть пример для подражания для многих вокруг. И здесь вы говорили о корнях, об истоках, о природе этничности. Природа этничности всегда лежит в поле родной земли, где человек вырос. Это всегда человек и способ освоения этого вида ландшафта. И связанный с этим уже стереотип поведения в этом ландшафте.
то есть за счет чего человек в этом ландшафте остается живым, жизнеспособным. И здесь же, на этом, на всем выстраивается такой культурный комплекс. Традиции, обычаи, ценности, почитание этой земли. Да? Безусловно, в нашем таком большом, мощном, информационно разнообразном мире осознавание своих корней – это ключевое. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое, дорогие гости, что этим утром нашли время посетить нашу студию. Мы желаем вам удачи. Спасибо большое. И ваше выступление на форуме когда ожидаем? Это будет 2 ноября с 14 до 16 в Доме дружбы имени Кулаковского. Приглашаем. Вы вместе там будете? Да. Да, да. Спасибо. Дорогие большое. Телезрители, наших гостей, Анну, Дару, вы можете увидеть уже завтра в Доме дружбы народов. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня наша студия просто блещет от изобилия прекрасных женщин, от концентрации национальных культур. Далее предлагаю вместе окунуться в магию Севера. И приглашаю сюда в студию Татьяну Николаевну Шкулеву, исполняющего обязанности руководителя Ассоциации русских арктических старожилов, председателя общественной организации «Русская Устинцы». Татьяна Николаевна, добро пожаловать! Какая вы красивая! Здравствуйте! Прям здорово! Это ваш национальный костюм, да? Да, это наш национальный костюм. Как он? Пошит по историческим раскопкам нашими швеями-мастерами, мастерицами. Здорово! Прям в несколько слоев, да? Да, наш костюм многогранный. Он состоит из душегрейки, вот такого вот сарафанчика. Ну, покрутитесь, давайте, покажите. Вот такого вот сарафанчика, обязательно вот такой поясок, да? Ага. Окляны, конечно. Окляны. Такая обувь, бусы. И вот такой вот платок, головной убор. Головной убор, да? Да. Это летний костюм или... Да, это костюм летний. Ага, здорово, прям красавица. Русские арктические старожилы. Это вы где сейчас? Это... Ну, в настоящее время русские арктические старожилы у нас проживают в селе Русское Устье и в селе Походск Нижнеколымского улуса. Вот два населенных пункта, которые на уровне нашей республики приравнены к коренным малочисленным народам севера. Вы сами родом из Русского Устья? Да, да? Из Русского Устья. Ага. Какие у вас есть традиции, вот, которые вы сохранили и несете с собой все время? Постоянно? Вот. Ну, одна из таких традиций у нас дома, допустим, то, что мы сохранили, то, что, допустим, взять строганину, да? Строганину у нас всегда строгает женщина. А, да? Да. Да. А мы прямо ждем, когда папа с работы придет. Нет. У нас строганина строгает всегда женщина. У нее есть свой нож обязательно. Он у нас называется полемка. Ага. Нож-полемка. Такой специальный женский нож, которым мы строгаем, подаем эту рыбу. Мужчинам некогда. Мужчины то ли на рыбном промысле, то ли на пушном, то ли за оленями. Да? Их дома нет. То есть женщины Русского Устья такие... держат на себе и дом, и все хозяйство, да? Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Женщина-хранительница очага. В своей семье у меня двое детей, они уже взрослые, сын и дочь. И у меня четверо внуков. Пятеро внуков? Да вы богатая женщина! Четверо. Четверо внуков. Очень. Девочки, мальчики, сколько им лет? Три девочки, двум по 11 лет. Мальчику будет нынче 5 лет. И девочке год и 8. Ой, ты совсем малышка. А вы участвуете вот как или, в их воспитании? Или вы современная бабушка такая, сами для себя родили? Ну, в данный момент участвую. Сейчас прямо отсюда побегу нянчить. А? В данный момент принимаю самое активное участие, потому что ребенок приболел, побегу нянчиться. Здорово. Помогаю, надо помогать своим. Так, Татьяна Николаевна, мы рассказали о строганине, который строгают женщины. Вы принесли сюда рыбку. Да, я принесла рыбку. Давайте покажем, что это за рыбка. Мы будем строгать ее. Давайте посмотрим. Так, рыбка у нас чир. Самая вкусная рыба прям. Да. Пока убираем.
Так. Так. Это у нас что? Вот в настоящее время есть такое хорошее приспособление. Ага. Я его даже рекомендую. Его изобрел наш земляк, Чикачев Игорь Алексеевич. А-а-а. Специально для строгания строганины. Называется мастер-бал, Мастер-бал называется, да. Ага. И я сегодня им воспользуюсь. Так. Так, где-то был фарточек, да? Ага, надеваем. Фарточек. Да. Да, сейчас как раз период, когда начинается строганина. Ага. Начинается строганина. Давайте я вам помогу. Я поняла, что так. Начинается период строганины. Скоро у нас будет даже фестиваль строганины. Мы в нем каждый год участвуем. Угу. Принимаем участие в конкурсе строганины. А вот именно по строгане, какие у вас есть традиции? Вот как-то, вот кроме того, что это делают только исключительно женщины. Дело в том, что когда русско-устинцы строгают строганину, ага, от строганин ее едят. От строганины не остается вообще ничего, кроме хвостика и головы вот такой. А-а-а. Они ее поедают полностью. Да? Да. И самый цимус – это как раз вот казанок, ага, кость, да, которая в конце строгается. А мы же, когда строгаем, оставляем вот серединку, потом варим уху? Нет, там у нас не остается ничего. Ага. Наша рыба чукордасская, русско-устинская, она очень вкусная рыба, да? М-м-м. Одна из вкуснейших рыб. Угу. Я рекомендую, сейчас продают наши. Так, так берем, ее надо счищаем, немножко... Ага. Счищаем. Так. Счищаем. Ой, я прям рыбки захотела. Как мне сегодня повезло. Кстати, удобное устройство. Вот. Ага. Раньше мы строгали, просто подлаживали какую-либо тряпочку. А да? Вот это вот, то, что вы строгаете на полу, это вот так должно быть? Да, это у нас так принято, да. Мы рыбу сидя, либо как еще, не строгаем. Ага, то есть на полу обязательно, да? Обязательно на полу. Ага. И мы даже сочинили такое стихотворение, целую поэму, да? Угу. О строгании строганины по-русско-устински. Да, вы что, есть да. какой-то... Ага. Да, есть такая специальная книжечка. Ага. И вот даже я вам сейчас прочту некоторые строки, да? Ага. «Досель, неведомо когда, кочуя по равнине, дитя снегов, дитя пурги, придумал строганину. Ага. Не всякую рыбу взял и съел, история нам ведает. Тут, слава богу, выбор есть. Чир, нельма, омуль, пелять. Строганина... Отстрогать. Какое ж тут умение? Но чтоб блюдо-то подать, тут надобно умение. Mm-hmm. С мороза рыбу занеся, чтобы она оттолкла. Тогда только надо начинать строгать. Ah. И вот мы начинаем строгать вот так, таким образом. Ah. Прямо по позвонку? Прямо по позвонку. Uh-huh. И потом оттуда отрываем, да? И потом то же самое делаем с брюшной стороны, да? Ага. Стороны брюшка. Конечно, не очень удобно строгать. Ну, вот я покажу чисто вот так. И раз. Ух ты! И все, да? И все. И можем убирать. И таким образом мы строгаем всю рыбину, да? Всю рыбу, да? Красота. Да, да, все мы убираем. Так. Татьяна Николаевна нам принесла тут уже готовую, да, настроганную. Давайте покажем нашим телезрителям. Сегодня немножко. Ой. Угу. Погода теплая. И немножко произошла оттайка, но ничего. Оттаяло, да? Да. Можно я кусочек попробую? Я не Конечно. Могу прям. Приправьте солью, либо перчиком. И вот такая вот Мне рыба. Мне кажется, для чира не нужна никакая соль. И вот такая вот рыбина готова, да? Поставьте сюда на столик. Присаживайтесь, Татьяна Николаевна. Давайте еще расскажем. Так, Ой. Вот это наша строганинка такая. Спасибо большое. Ага. И вот мы такую книжечку издали. Ага. Как раз «Сказание о строганине» называется. Mm-hmm. Вот то, что я прочла, это вот из этой книжки. Ага. Кроме этого, у нас есть вот такая книжка тоже. Ага. Тоже описание, как правильно выбрать, подобрать и строгать строганину. То есть, смотря на эту книжку, я и... Да. Даже я смогу научиться. Да, любой может научиться. Фотографии. Здорово. Спасибо, да. Татьяна Николаевна, что пришли к нам в студию за столь вкусную рыбку. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Наш северный край особенно в последние годы привлекает к себе все больше иностранцев, туристов и студентов. Сегодня к нам в студию заглянули парни из жарких стран. Тяга к знаниям плюс немного авантюризма, и они оказались в Якутию. Это
Багус Фимура Малик, слушатель факультета довузовского образования и подготовки из СВФУ, родом из Индонезии. Багус, присаживайтесь сюда, чтобы попросторнее. Ага. И Юджин Раймонд, магистрант Института психологии СВФУ имени Амосова, родом из Индии. Ребят, у меня такой. От меня и от нашей гости Татьяны Николаевны из Русского Устья вот такое вот угощение. Это национальное прям блюдо. Вы пробовали уже строганину? Я очень. Ели? Пробуйте, угощайтесь. Спасибо большое. Багус первый раз? Да. Рыбу вообще любите? Да. Ну и как? Как? Ну хорошо, это вкусно. Это вкусно. А вам как, понравилось? Да, конечно. Я очень люблю рыбу. Любите, да? А вообще, давно вы в Якутии? Вот, Раймонд, вы же магистрант уже, да? Да. То есть вы давно в Якутии? Я полтора года уже. Да. Полтора года. То есть вы зиму уже видели, уже привыкли, да? Я хочу отметить, что вот Раймонд пришел к нам в Бунтах. Смотрите. Молодец, уже подготовленный. Багус, а ты купил себе уже? Нет, да нету. Нет еще, да? Да. Надо с Раймондом ходить по магазинам, он уже знает все явки, пароли. Надо подготовиться. Ты давно здесь? Почти 2 месяца. 2 месяца всего? Да. От снега в шоке? Да, да, это первый раз для меня. Ага. Ты на кого собираешься учиться? Медицинский институт. Медицинский, да? А почему вот медицинский ты выбрал именно так далеко от своей страны? Ну, потому что в России за медицинский это дешевле, чем в Индонезии. А-а-а. Поэтому я выбрал в России. Угу. А как вот твоя семья, родные отреагировали на то, что ты сказал? Вот я собираюсь в Россию, да еще не просто в Россию, да, еще на север. Ну, они не против меня. И, ну, мама палит. Да, но если я хочу изучать в России, да, ага. Иду. Вас поддержали, да? Да. Раймонд, у вас какая история была? Как вы решились, вот нашли такой... Я узнал через друзья, uh-huh. И это тоже очень хороший опыт, но uh-huh. Якутск тоже красивый город. И я хотел такой опыт в другом городе, хочу учиться, uh-huh. Чтобы знать другие культуры, как там. Uh-huh. И поэтому выбрали Якутск учиться тут. Uh-huh. Вы родом из Индии? Да. Скучаете по своей стране? Конечно. Вот вы сегодня пришли в национальной одежде, да? Как она называется? Это называется куртка. Куртка. Куртка? А, интересно. Это какая, парадно-выходная, да, или как? Встаньте, покажите телезрителям. Обычно для свадьбы. Я купил это для свадьбы брата. А, я думала, на свою свадьбу. Нет, на свою? Нет. Присаживайтесь. Как вам якутские девушки, красавицы? Да, они красивые. А скажите, вот в вашей стране, вот насчет женитьбы, да, как это происходит? Вот мы выросли на индийских фильмах, там обычно вот родители договариваются. У нас свадьба это не так один день, угу. Это даже можно сказать у моем брате, например, да, можно сказать у моем брате, мы готовили уже год. И если, да, и если у вас будет, ну, дочка, ага. И они почти 20 лет готовятся для этого свадьбы, ага. Потому что надо купить так много золота, ага. Ну, чтобы подарить муж и так дальше. А-а-а. И тоже этот день, например, у моего брата, моего брата, был 1300 людей на свадьбе. 1300 людей? На свадьбе. А мы считаем, что 200 человек это много на свадьбе. И сколько дней праздновали? Ну, сами праздники это один день, но это уже очень много праздников. Например, один это выбирает одежды. И все сами приходят и выбирают это одежды. Потом стали, ну это знак. И это тоже один церемония. И еще перед свадьбой там есть 3-4 церемонии. И свадьба, ну, это большая, конечно, церемония. И после того еще 3-4 церемонии они поменяют и так дальше. То есть долгая история, да? Да. Раймонд, скажите, а вот вы уже полтора года в Якутии. Да. У вас на курсе есть еще иностранцы из других стран?
обычно они разделяют на медицинском факультете и так дальше. Институт психологии, еще один африканец есть. А вы живете в общежитии? Да, нет, я в городе живу, в Тбилиси. Ага. А с со студентами из других стран успели подружиться, да? Откуда есть друзья? У нас есть очень много студентов из Киргизстана, Таджикистана, из Китая, Кореи, Японии. Еще, ну, Индии не так много, и там году очень много из Египта. И тоже очень много студентов из Африки в этом году. Еще из Европы тоже есть студенты очень много. Здорово, такая прям дружба народов. А как вместе время проводите? Где еще в Якутии успели побывать, кроме Якутска? Я был в Ленске, Сунтаре, Алдане был, еще в Москве был. Еще в Москве, ну, где-то рядом, да. Ну и как вам, вот, жизнь же в Улусах отличается от городской? Конечно, там жизнь вообще другая, чем городская жизнь. И там, ну, конечно, там очень тепло, кажется, ну, у меня, потому что они очень хорошо дружили. И когда они видели иностранец, это очень как мечта для них. Вообще другой. Вот мы увидели только что ваши фотографии. Вот, Багус, вы всего 2 месяца здесь, да? А вы успели еще где-то побывать? Вы съездили куда-нибудь? Нет, никуда. По Якутии еще нет, да? Вы пока адаптируетесь. Да. Но вы живете в общежитии? Да, в общежитии. У вас какая география там, друзей, из каких стран? В Индонезии. Здесь? А, здесь? Ну, я думаю, это очень плотно. Плотный город в Якутске. И что еще? Ну, я еще адаптирую. Адаптируйтесь, да? Да. Ага, вот, нет, я про соседей спросила. Откуда у вас друзья в комнате? Из Китая и из Японии. Здорово. А на каком языке вы общаетесь? На русском языке, конечно. На русском? Да. А русский вы, кстати, давно учите? Ну, я учил сам 6 месяцев назад в Индонезии. 6 месяцев? Самостоятельного изучения русского языка, дорогие телезрители. Заметьте, самостоятельного человека уже понятно изъясняется. Ага. А сейчас он вам... А якутский планируете изучать? Нет. Нет пока? Русский посмотрите. Да. Ага. Какие вот традиции у вас есть? Вы тоже в национальной одежде, да? Да, это национальная одежда. Называется батик. Ага. А мы используем это как день независимости, но тоже есть другие костюмы, зависит от каких этнических групп. А это такое попроще, да, или как? Встаньте, покажите нашим телезрителям. Вот. Это называется батык, индонезийский национальный костюм. Да. Спасибо большое, ребята, за то, что пришли, вот, посетили нашу студию, чтобы дружба народа всегда была не только в общежитии, не только в институте, да, но и вообще во всем мире. Вы наверняка тоже этого желаете, да? Да, тоже. Планируете остаться в Якутии? Ну, могу. Да. Можете остаться, да? Здорово. Спасибо большое, ребят. Дорогие телезрители, а далее у нас небольшая рекламная пауза. Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите «Город женщин». И сегодня наша география широка и обширна. К нам прилетели отличные новости из Исландии. И добро пожаловать к нам в студию. Позвольте представить наших гостей. Это Лариса Давыдовна Константинова, ветеран государственной муниципальной службы, алгысчыт, активист, общественник. И Гера Афанасьевна Шишигина, ветеран педагогического труда, депутат города Покровска. Здравствуйте, дорогие здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Рассказывайте, с какими новостями вы с Исландии к нам? Ну вот мы недавно, буквально 19 октября, вернулись из Исландии. Были там по приглашению моей дочери, которая одно время жила там со своим мужем.
Арнером. Сейчас она живет в Германии. Такая интернациональная уже... семья у вас. Да. Uh-huh. И в этом году она уже третий раз вот приглашает группы для посещения Исландии, знакомства с Исландией. И, конечно же, в это время проводился форум Arctic Circle, Арктический круг, в котором в этом году мы просто вот немножко приняли участие. Ага. Вы какой-то группой поехали или вот вдвоем? Втроем, да, поехали? Еще поехал мой муж, Спиридон Спиридонович Шишигин. И вот мы втроем поехали, ну... С такой миссией добра вы, да, и мира? Да, да. У вас, я знаю, несколько мероприятий там было, такие знаковые, да? Вы отлично представили нашу республику там, прям исландцам. Как восприняли исландцы нашу якутскую культуру? Исландцы вообще народ, оказывается, такой же, такие же, как мы. Почти что-то схожее есть. Они очень гостеприимные, открытые, добрые. И вот мы были в четырех группах. Были сначала нас в языковой группе, в языковом центре приняли. Потом мы были в музее войны и мира, так он и называется. И были... В обществе мир. Ага, в обществе мир. Ага. И еще были... Ну вот форум. Форум, арктический форум. Ага. Ну и как? Вы там ну, Сергея вот, поставили? Сергей был поставлен 3 года назад. Ага. И Александром, нашим вот, земляком, да? Александром Павловым, Сергей. И вот это 3 года как раз исполнилось, получается, да? И мы провели там обряд в связи с тем, что Алгыс, чтобы Сергей наш еще многие века стоял, и чтобы его ничто не шелохнуло, чтобы он крепко стоял и вот людям давал, и мир добро рассеивал по всей земле, чтобы вот Алгыс шел на всю землю через наш Сергей, который стоит посреди Атлантического океана. Даже прям сложно представить. Здесь интересно то, что когда они, значит, решили ставить Сергея, Маша уже договорилась, все, здесь была проблема, что нужно было найти вот место, само дерево. Само дерево для изготовления Сергея. У них же, вот говорят, в Исландии все есть, кроме деревьев. Деревья у них все посажены. И вот интересно то, что это дерево само приплыло к тому месту, где живет вот наш друг Йоханнес. У него там вот есть... бревно плыло, его поймали, да? Оно прямо, его вот океан выбросил на берег. Да. И вот из этого дерева, да, сделали это серьге. А у исландцев тоже есть такое обычай ставить деревянное тоже подобие серьге. Это как тоже в том месте, где они живут. И вот рядом с нашим Сергеем Якутским стоит Сергей Исландская. Как да, интересно! Это очень интересно. А вы там еще встретились с нашей землячкой, да, Кюрегей? Да. Расскажите об этом. Но Александра Аргунова, Кюрегей, живет там уже 51 год. И в течение этих 50 лет она... конечно же, пропагандировала Якутию. Она построила там очень знаковый такой дом, называется Якутский дом. Ну, мы называем Балаган, да? Балаган. И вот, он похож, да, на наш Балаган якутский? Ну да, он, в принципе, похож на наш Балаган. И внутри, можно сказать, что он вообще как наш Балаган, да? Там у нее есть камелек, очень интересный, она же сама творческая. И она его так красиво украсила якутскими узорами. И этот балаган, он, ну, известен среди исландцев. Они его называют Якутский дом. Якутский он дом. Там как музей или как? Он находится... Вообще она его планировала сделать площадкой для художников, чтобы туда приезжали люди творческие, чтобы они приезжали, значит, рисовали картины, чтобы могли там общаться друг с другом. Да. Это место находится в Китовом заливе. Это такое отдаленное от Рейкьявика место. Там есть тоннель, который проходит под океаном, под этим заливом. 6 километров нужно проехать. Да, 6 километров. Вот такой вот глубокий и длинный тоннель. 6 километров под океаном. Да, под океаном. Совсем недавно, и нам посчастливилось проехать по нему. Да, его недавно сделали. Чтобы сразу же вот выйти на берег. Давайте покажем. Вот, вот насчет балаган, да, надо сказать, что он благоустроенный.
там все есть. По современным законам. Ну, и надо сказать, что вот уже исходя из того, что якутская культура, да, вот у них тоже есть вот такое вот поверье, да, что мир состоит из трех миров. Вот, верхний, да, нижний, да, 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 и у них тоже верхнее божество, это один, Один. Поэтому вот у нас тоже Одун день, вот, и вот этот тоже у нас с ними нижний, срединный мир и верхний мир. То есть вот это вот что-то подарили они нам вот такую вот. То есть все-таки да, перекликается, да? Перекликается, да. И очень интересно то, что мы приехали туда 9 октября, а 9 октября это день рождения Джона Леннона. Ах ты! Да, и там есть остров, на котором Йоко Оно сделала вот для своего любимого человека вот такой вот как бы памятник. Именно 9 октября там включают очень мощный столб света из 6 источников. И этот луч такой поднимается наверх на 4 километра. И этот столб называется «Посмотрите на мир». То есть он поставлен в честь Джона Леннона, но в то же время он как бы поставлен для того, чтобы в мире был мир. Было согласие, чтобы не было нищеты, не было голода. То есть вот это тоже... Тоже одна... как-то символично, да, да, прямо? Да, во всем символы. Во всем символы, да, вот такие символы. Да, очень интересно. И вот это вот начало заложило то, что мы пошли, и Мария, конечно, так запроектировала, что на всех встречах мы как бы сеяли мир и добро. Эта миссия шла. И у нас, да, мира и добра. И Шишигин Спиридонович играл на хамусе. Это вообще всех приводила в такой восторг большой. Я прям представляю. Да. Ну вот Кюригей нам сделала подарки, да? Я давно мечтала заниматься мозаикой, и она мне подарила вот эти мозаичные стекла. Давайте вот так покажем. Да? Ага. И я решила, вот вчера, раз мы выходим по телевидению, да, решила это увековечить, ее подарок, и сделала вот картину, ну, то, мне что кажется, вот похоже постаралась. Похоже на северное сияние. Да, на северное похожее, да? На северное сияние, но я как бы закат его назвала, это я мое как бы, да. Мы видели там закат такой красивый над морем, да, и вот это. И песок, у них черный пляж есть, вот, вот этот песок рассыпается, конечно, от клея, не держит, но вот песок постаралась оставить на память, да, это черный. Это прям вы из Исландии песок, да, привела, да? Да, 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 можете даже потрогать, вот, да, песок такой, он не, он есть песок, вот так смотришь, как будто земля, да, а вот здесь он вообще не это, не прилипает, это песок и есть песок. Там пляж такой, черный пляж, такой, так он называется. Да. Он и называется черный пляж. Да. Черный песок. Песок. Да. Да, черный песок. Как икра черная. Ой. Ну и, конечно, вот у них и камни, и вот застывшая лава, да, вот везде у них все, у них нету заборов, они делают заборы из вот таких больших булыжников, да, камней. Вот такие, ну. Ну и, конечно, сувениры наши, да. Да, ну вот это вот, здесь вы видите флаг Исландии, да, вот на темно-синем фоне, вот эти красные, белые полосы, и это эмблема. А это национальная одежда, да, Исландии? Это, да, Исландии, куклу, к сожалению, мужчину вот в таком одеянии не смогли найти, да, вот наши купили, вот только приобрели вот эту девушку. Значит, девушку повод поехать еще, да, раз, да, есть. За мужчиной в исландской одежде. Да, да. Но если говорить о том, что у нас есть сходство, даже сходство в том, что у них есть вот такие... Лошадки очень похожие на наших лошадей. Они тоже зимуют под открытым небом. Они такие небольшие. И исландцы их очень любят. Они очень такие любопытные. Когда подходишь к краю, у них там все загорожено. Кстати, это очень хорошо. Вот у нас лошади, они выходят на дорогу, да? А у них вот стоит ограждение. Они не могут выйти. И ни бараны, ни лошади, они не могут выйти на дорогу. Это не как у нас, да? Вот, да. Это, все, там, да, провода протянуты вдоль дороги. А климат у них такой же, как у нас, да? Нет. У них климат, так как там Атлантический океан, во-первых, постоянно ветра, там очень ветрено. Такие ветра, что я даже вот удивилась. Я говорю, ногу поднимаешь, а сдувает ногу. Улететь можно. Когда мы были, была погода хорошая. Погода была очень хорошая. И самое главное то, что мы встречались с людьми разных национальностей. Там были разные люди. Но все они вот проявляли очень большой интерес, и среди них были люди, которые хотят к нам приехать. Они уже спрашивали, как к вам доехать.
что можно посмотреть. Мы хотим этим летом к вам приехать. Здорово. Да. Очень заинтересовались. Очень заинтересованы. Пусть на эсэх приезжают. Да. Вот мы и говорим, вы приезжаете во время эсэха, чтобы вы сразу все увидите. Скажите, вот у вас миссия мира и добра же, да, по миру. Вы географию свою расширить планируете? Еще куда-нибудь поехать? Ну, этим летом мы были у Монголии, тоже встречались, значит, с людьми, рассказывали о Якутии. Спиридон Спиридонович играл на хамусе, но он часто ездит, у него много стран, в которых он вот пропагандирует как бы хамус, да. И, ну, у Марии, допустим, да, Арнер, вот с Арнером, у них есть проект свой, видимо, растет потихонечку. Надеемся, что мы будем участником этого проекта, да, и очень надеемся и ждем. Ну и, конечно, вот насчет харпы надо же рассказать. Да, очень интересно то, что вот мы были во время форума же, там у них есть культурный центр, который называется «Харпа». Он был, значит, введен в 2011 году. И интересно то, что он строился в тот момент, когда был очень большой кризис. И они начали строить, и они думали, вот продолжать строительство или же закрыть. И все-таки решили построить, потому что у них не было никаких концертных залов. И вот это единственный концертный зал в Исландии, который имеет 4 зала, который вмещает огромное количество людей. И они говорят, мы сделали верное решение. Все-таки хорошо, решившись, построили. Здорово, спасибо большое, дорогие гости, за вашу такую ответственную миссию, с которой вы поехали, представили нашу республику. Пусть миссия мира и добра расширяет географию. Да. Ждем вас в следующий раз в другой точке мира. Всего вам доброго. Рада. А далее небольшая короткая рекламная пауза. Дружба народов у нас сегодня в городе женщин. И следующие гости у нас из солнечной Армении. Проходите, пожалуйста, это Рузана Бекджанян, заместитель председателя Союза армян в Якутии. И Армен Казарян, заместитель председателя Молодежного совета Союза армян. Здравствуйте, дорогие гости. Доброе утро. Рассказывайте, пожалуйста, вот, насколько я знаю, вы армяне, народ южный. Ага. И, как я знаю, вас много в южной стороне России. Да как вы попали в Якутию? И вас много ли здесь в Союзе? Ну, если честно, то если по истории смотреть, то армяне еще во время, когда вот отсылали, вот где-то больше 20-30 человек, это еще в начале 20 века как бы ссыльники были. А большой поток это с начала 80-х было. И по настоящее время постоянно живущие армяне в Якутии где-то составляет 5000. 5000 человек? Это ничего. Постоянно проживающие. Ага. И они вот все 5000, вы как-то их отслеживаете, да, или как-то курируете? Ну, по мере возможности, конечно, мы курируем их, как бы общаемся, помогаем друг другу, но... Не, скажем так, из 5000 где-то 1000-2 вот. В Союзе, да? Ну да. Ага. А в каких еще районах, городах, кроме Якутска, есть? Алекминск, Алдан, Нерюнгри, Хандыга. Практически везде. Много, да? Да. То есть иногда даже удивляемся, как могли как бы, в такой отдаленный район попасть. А они, оказывается, там уже долгое время живут, у них семьи. Уже такие коренные, да, стали? Коренные. А вы сами приехали или вы здесь родились? Я приехала. Ну, а я, конечно же, родился. Вы здесь, да, уже якутянин коренной. А вам как живется на север? Вы откуда? Вы из Армении приехали? Да, я из Армении. Ага. Давно, сколько лет вы здесь? Более 20. А, то есть вы совсем маленькая сюда приехали, да. Вас родители сюда привезли, да? Ага. И скажите, вот 5000 армян в Союзе же, да? В каких профессиях, стезях там вас больше? Чем занимаетесь? Мне кажется, нельзя перечислить все профессии. Ну, как мы знаем, да, традиционно это строительство в большой степени. Но кроме строительства у нас есть и преподаватели в вузах.
У нас есть и сотрудники в органах, и полиции, и прокуратуры, и следственный комитет. Вообще, в разных сферах есть ребята работающие. И стараемся со всеми поддерживать общение, потому что именно благодаря этому общению, благодаря этому контакту мы становимся сильнее. И если Рузанне нужна какая-то помощь в сфере юриспруденции, например, она знает, к кому обратиться. В сфере строительства она знает, к кому обратиться. И именно это мы считаем силой нашего народа. А вот вы, молодежный совет у вас, да? Какие мероприятия проводите? Какие там праздники? Мероприятий у нас много, праздников. Соответственно, мы работаем с нашей общиной. И благодаря нашей старшей общине мы вообще существуем. Но все праздники – это наши национальные праздники. Это, во-первых, если говорить о самых важных, это те праздники, которые связаны с церковью. Потому что непосредственно вера – это для нас является высшей ценностью. У нас есть праздник, посвященный Дню красоты и материнства, который является неотъемлемой частью нашей культуры. Потому что мать для каждого человека во всех народах – это высшая ценность. Это вартовар, который, если переводить на русский лад, это День Ивана Купалы. Но также он из языческого праздника перешел в наш церковный праздник. И есть, и самые основные праздники именно касаются непосредственно церкви. Здорово. А как вам удается, живя на севере, так далеко от своей родины, да, сохранять все-таки свою культуру, обычаи? Для этих целей и была создана армянская община, чтобы сохранить духовную культуру, наши ценности именно нашего народа, который живет в Якутии. И мы, по нашим оценкам, критериям, это очень отлично справляемся с этим. И с помощью молодежи мы стараемся до всех донести наши культурные ценности. Не только в кругу наших соотечественников, но и для тех, кто проживает на территории Республики Саха-Якутия. То есть у вас такая преемственность все-таки сохраняется, да? Старшие следят за теми, кто помладше, там женщины в основном смотрят за домом, за детьми, да? Или как у вас? Вообще, если, например, посетить наш центр «Воскресенье», да, наш культурно-духовный центр, можно увидеть около 100 детей, чуть больше 100 детей, разные это возрастные группы, и с каждым ребенком практически приходит мама. Действительно, просто родители именно ценят то, что их ребенок должен расти в армянском духе. Непосредственно находясь вдали от родины, да, возможно, раз в год, два раза в год посещают Армению, но это все равно не дает той полноты армянского воспитания, которое может дать армянская семья. Соответственно, и для этого наши старшие, наши родители подстроили для нас, и открытие у нас в 2015 году было, культурно-духовного центра. У нас есть культурный руководитель, художественный руководитель Гуар Манукян, которая непосредственно руководит всеми мероприятиями и организовывает, непосредственно она ставит танцы и непосредственно руководит. И под ее руководством около 100 детей. Я тоже являюсь, я в ансамбле. Мы все танцуем. Несмотря на возрастную категорию, мы входим в старшую группу, да, но все равно мы, даже в нашем возрасте, мы пытаемся как-то показывать пример. Здорово. Скажите, а вот вы все равно живете в Якутии, да? Какие-то якутские традиции, обычаи вы переняли себе? Праздники, мне нравятся украшения якутские. Я их очень люблю. Не так, чтобы она сегодня для сцены это надела. Она всегда ходит в якутских украшениях. Да. Есть люди, которые этого не понимают, но действительно, если человеку нравится, ценит эту культуру, эти украшения, мне кажется, это даже есть, это есть положительный момент, то, что мы, обмениваемся определенной культурой, и именно для этого,
как мы знаем, да, Россия многонациональна. Да, и это точно. Это... Розана, вам очень идут эти серьги, вы прям прекрасны. Да, я знаю, спасибо. ИСЭХ посещаете? Конечно. Ага. Посещаем, и получается ИСЭХ, который республиканский, да, и организовывают отдельно молодежные ИСЭХи, что для нас имеет, ну, большое значение, потому что именно там собираются и национальные общины, ну, именно касается молодежи, и там, приходя, обмениваемся непосредственно этой культурой. Просто от обычного общения мы перенимаем много и положительного, и отрицательного. И когда говорят, учатся на ошибках, учатся, ну, вот от других что-то перенимая, мы оцениваем, это хорошо, это плохо, и пытаемся реализовать это все в хорошее. И ввести в свою жизнь, да? Ага, в Якутии какие места любите посещать? Какие вот места, может, памятные, знаковые? Есть любимые места? Ну, вот, например, когда приезжают гости из Армении, да, это спортсмены или там культурные деятели, кстати, как это бывает очень часто, мы как бы стараемся их показывать все достопримечательности Якутска. Ну, в основном это зимой приезжают, поэтому как бы по Якутии ездить чуть-чуть трудно. И музеи посещаем. Вот музей вечной мерзлоты – это обязательная программа у нас. Потом просто сокровищницу посещаем, тоже обязательная программа. Здорово. Краеведческий музей. То есть мы стараемся их показать ту культуру, в которой мы живем. Потому что, живя здесь, мы обязаны принимать и вникать в эту культуру, в которой мы живем, но при этом сохраняя свою. Здорово, вот прекрасные слова, мне кажется. Армен, вы согласны? Абсолютно. Абсолютно, да? Здорово. Вот у нас, говорят, на сегодняшний день посчитали около 70 национальных общин, оказывается. Вы как-то сотрудничаете, да, общаетесь с другими? На наших мероприятиях, которые проводятся в нашем культурном духовном центре и которые от нашего имени проводятся в Доме дружбы народов, обязательно идут приглашения в разные национальные общины. Это начиная от чеченцы, ингуши, киргизы, азербайджанцы. Мы пытаемся со всеми сотрудничать. Мы отправляем приглашения. Да, многие не успевают по времени, у многих нет программы определенной, чтобы представлять, но мы пытаемся сотрудничать, и в дальнейшем они приглашают нас на определенные мероприятия. Спасибо большое, Розана, Армен, за то, что пусть дружба народов будет всегда, да? А вот мы сегодня говорили о ГУАР, о прекрасной ГУАР, которую я хочу пригласить сюда с танцем «Махмур Ахчик» в исполнении ГУАР «Манукян» художественного руководителя ансамбля «Арарат». Thank you.
традиции и вера, но это ведь не главное для нас. Должна создаться в мире счастье сфера, чтобы на лице улыбка родилась. Дорогие телезрители, чтите свои традиции, обычаи, берегите близких и смотрите «Город женщин» по будням на НВК Саха.